Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 254. События дня. 1 Петра 4.7. Впрочем, близок всему конец. За 22 августа 2016 года. И далее. Каждый может задержать, прочитать, посмотреть, какую беду наделали, что запустили вот этого человека. Вся страна покрыта язвами от его действий. Вот сейчас, что было, там у нас телевидение было «Россия-24», и там нашли какого-то Ударцева. Какие они все одинаковые, бессовестные, совершенно лишенные признаков совести. И только то, что одобрит там епископ или кто-то. И самое страшное, что наклепали они эти миссионерские отделы. Лютый обман. Ничего этого нет. Вот смотрите. Ну, здесь... что митрополит Антоний говорит, прочитать можно. И специальный выпуск, вот этот, тут тоже кратко, что кто говорит. Интересно, показывает этот фильм, а многие мне звонят, вот видели, смотрели, и все на этого, а это чучело-то откуда вылезло? А этот-то кабан откуда вылез? Да матерятся его, да что оттуда, откуда он и какое, действительно, какое отношение имеет он? К лагерю не имеет, к Роснадзору к этому не имеет. А к чему имеет? К дьяволу лжи. Слуга лжи выперся здесь, но он нисколько не повредил. И в его адрес тысячи матерков летят сейчас. Он куда поганец залез, ты говоришь? Он близко не стоял здесь. А люди-то, которые нас знают, они совершенно другого мнения. Они видят, хулитель стоит. Жирный, сытый, откормленный на церковных бабушкиных деньгах. Ну, события дня. Здесь много написано было по скайпу. Просто не показывает уже. И вот тут один сегодня выходит, я написал гимн, касающийся нас. Вот сейчас я его не слушал, прямо сходу послушаю, может что-то не так. Без темы. Здравствуйте, дорогой Игнатий Тихонович. Наконец-то долгожданная гимновая песня во свете Библии. Дарю ее вам и вашему замечательному сайту. Жду положительного ответа. Ответа и положительного сразу. Надеюсь, положите на какой-нибудь из ваших видеосюжетов. Полтона. Ну вот сейчас я открою, посмотрю, что это за сегодня ночью пришло. Тут нажимать надо или еще, я не пойму. Ну вот что я должен тут делать-то? Где оно? Еще ничего не нашел. Яндекс. Нигде ничего нет. Почему еще нету? Я не нашел ничего. Ну, пожалуйста. Хотя от меня не зависит ничего здесь. Во свете Библии на Полтона. Сохранить, скачать. Выходит, что нужно начать себе на Яндекс Диск войти. Но это я не умею заполнять и прочее тут. Просто задел и играет. Не играет, еще какой отзыв могу дать?
на полтона и прочее. Ну, какая-то сложность. Вот поделиться, нажал копировать, по другое еще копировать, не знаешь. Нету ничего. Получается для меня недосягаемое. На полтона во свете Библии. Вируса нет, файл во свете Библии. Ну-ка тут нажмем, может быть действительно что-то есть. И здесь ничего нет. Еще файл. Скачать. 11 мегабайт. Сомнения нет в Христовых пресветлых стопах. Но путь освещает лишь Библии свет в земных и небесных мирах. Должны мы нести Слово Божие в сердцах всем людям планеты Земля. Забытые строки с любовью Отца мы славим вновь правду Христа. Библии, поем об истине.
Прослушал, отзывы дать. Я не специалист. Вот один файл тут что-то, что все файлы проверили, вирусов нет. Что-то делать надо тут. Скачать. Что именно скачать? Вот это во свете Библии. Плюс 0,5 тона ниже MP3. Ну ничего этого не понимаю. Ну, здорово поет. И во свете Библии. Вот вверху скачивает, видимо, скачает у меня она будет. Кто поет? Мне тоже непонятно. Мочалин Владимир. Это вообще удивительно. Я не встречался, не знаю. Но видите, Господь на сердце кладет людям. Гимны составляют. Интересно. Я вернулся из заключения, а мне акафист. Акафист о моем страдании в тюрьме, в лагере. Прямо по всем канонам написано. Акафист. Я говорю, какой акафист-то? Мочалин Владимир, вот она, без темы, прочитал здесь. Ну и слова, видимо, раньше присылал. Надо бы снова-то тут скачать. Ну, отзывы дайте. Мочалин Владимир, вот выйдите на него, вот тут написано. Я почему-то не могу снять его копию, это не дается. Куда написать-то? Мочалин Владимир. Найти все письма с ним. Или что? Мочалин Владимир. Наконец-то долгожданная бестема. Ходящая. Вот опять то же самое. Я туда выхожу. Вот. Слова тут где-то есть. Но они и так слова понятны. Вот такие музыка где-то. Только начнешь. Какие-то претензии имеет, и целый ролик у меня будет пропащий из-за него. Может быть, отдельно надо было. Но нет, не думаю так. Вот оно где, во свете Библии. Вам, вашему замечательному сайту. Ну что положительное? Слова хорошие, пение хорошее, голос хороший, музыка. Я не специалист, просто на слух беру, ну... Вообще-то удивительно даже. Вот. Как на славянском языке мне акафист написали, когда я вернулся, о страданиях, о допросах. Человек был на процессе, когда меня судили в августе, июле-августе 86-го года. Я говорю, ты что делаешь? Я живой человек, какие акафисты-то? Ну вот так сложилось, говорит. Ну, так понимаю. Благословен Господь. Вот это написано. Вот Владимир Мочалин. Вот он зашел. Как его, кто пожелает ему сказать-то? Видимо, можно найти Владимир Мочалин это. Если я найду, это опять то же самое. Владимир Мочалин. Мочалин Владимир. А если зарядить в эту систему поиска Владимир Мочалин. Мочалин. Видимо, можно найти. Тут Андрей Крючков. Все положила она за Тауса, начитанного мной, чтобы легче было искать. То есть совершенно незнакомые люди и понимают. А другие в злобе исходят. Вот этот вот Ударцев там влепился. Ничего же нету за душой-то. Ну зачем ты вылез-то, позорный? Кто тебя звал? И там получишь ты что-то? Нет? От кого-то там награду рыбой жареной накормят, великий пост тебя, архиерей. Так. Поиск надо сделать. Искать в мире. Сейчас посмотрим еще. Я задерживаю тут.
Владимир Мощалин. Вот я зарядил. Поди, не один еще найдется. Владимир Мощалин. 31 человек. Ну, не ребенок. Владимир Мощалин. Вот они какие. Владимир Мощалин. Тульская область. Плохо видно. Ну, 31-то человек. Это... Видите как. Из Бурятии, из Москвы, из Казахстана. Голову главного брала, галстук видится. Ну, Алма-Ата. Галстук масонский христианина цепляет, вот как Осипов. Ну, вообще никуда не годится. Это уже человек там увяз совсем. Воробьевский Юрий, тоже гляжу, галстук. Без галстука никуда. Ну, масонская удавка. Владимир, тут вообще ничего нету. Мощалин откуда? Можно зарядить и посмотреть. Я к тому, чтобы поблагодарили его. Меня благодарю. Да, а что я могу? Наверное, сам к нему зайти. Вот так. Вот это наш форум. Пожалуйста. Очень интересно тут. Между собой схватки ведут люди. Вот, а это наш сайт. Вот видеоканал. Вот пока сейчас говорил, сегодня вот выставил немного. 5 роликов. Что-то тут. Шарух какой-то. Кто это такой-то? Привет. Вот слово привет. И все, ничего больше нету. Аждек в стране чудес. Теперь дом Володи Пащенко. Голубятня. Вот так. Ну, сейчас надо посмотреть. Аждек. Вот напротив дома Володиного сена. Сразу идем, показываем дом. Вот он как выглядит. А трещины, это он обложенный был саманный кирпичом. А под него фундамент попал, видимо. А это мои голуби. Беляки все. Беленькие. Люблю белых. Они разные есть, но этих больше всего. Какой отзыв-то? Прям хоромы царские. А какое он внутри? Все показать внутри невозможно. Часть комнаты еще занята. До весны тут приехали люди, и они там разложили вещи. Что изнутри? Ну, снимем изнутри. Изнутри покажем. Внутри. Это... Они не сделали продушины, и в двух комнатах пол в труху превратился вместе с лагами. Ну, вот вчера закончили. Все новое поставили. И лаги, и все это осмолили. Вот такое дело. Теперь. Вот один. Второй вышел. Вот ответ. Иди как. События дня. Показал. 7 человек, 6. Нет просмотров. Все на этом. А, еще наш сайт показать. Вчера я с ножовкой лазил по лестнице. Низкие ветки берез, 12 березок перед домом Никиты. Никите тоже домик. Дом приобрели, самый прочный здесь. Огромный-огромный подвал там. И, ну все, обошли, изнутри засняли. Вот тут мы засняли. Это через неделю будет. У Никиты тоже дом рядом с Володей. Видите как. Главное, около вас люди, у них ни дома, ни кола, ни двора. И вдруг у обоих по такому чудесному дому. Это поправиться надо. Но вчера
во двор пробирались, а вот эта рука у меня правая, не могу уснуть. Я траву рвал руками, там не проберешься, везде железо валяется. Хозяин такой был рачительный, все у него было, но разбросано. Где косить нельзя, только руками. Большие поваленные черемуховые ветви, ну просто огромные. Мы вчера пилить уже начали убирать. Подготавливаем. Никита вчера первый раз открыл свой дом. Как все будет готово, будет освещение. Еще раз. Там с печами возиться надо. Но копать под фундамент не надо, экскаватор. Огромные плиты заводские, блоки. Очень серьезный дом у Никиты. Очень. Ну вот так Господь усматривает. А это вот наш православный библейский сайт во свете Библии. Во свете Библии, все во свете Библии у нас. И мой мир, вот мой мир во свете Библии. И вот это тоже во свете Библии. И здесь во свете Библии православный канал. И здесь. И вот гимн составили, видите как. А другой какой-нибудь там Скуратовский, проще невежда. Они лопаются от злости, потому что перешагнули грань дозволенного. Ни обличения, ничего нет, а просто ядовитые бочки где-то выпили они, и яд этот испускают. Я их знать не знаю, нигде не ищу, зачем. А они около меня толкутся. Мне вреда никакого от них нет, да благословит их Бог всех. Благословит, чтобы они не погибли. Это все пройдет. Всю эту шушеру Бог развеет, и новый основной сайт во свете Библии, orthodoxbible.ru. Архив Лапкина, тексты. Аудио, видео, фото, новый формат старого сайта. Сайт дорабатывается, улучшается. Дорабатывается и улучшается. Вы знаете, находится человек, вдруг и сообщает, что ваш сайт новый будем делать. Вот этот сайт, он огромный, 4124 ответа, 50 книг примерно аудио. О деревне, о лагере. Наша, ничего чужого здесь нету. Ни одного слова копированного, ни одной фотокарточки, все наше. И начинает делать. Я говорю, и кто же это будет делать? Это же трудно делать. Трудно. Уже договорились. С Израиля и с Белоруссией объединились вместе. Уже заплатили 300 тысяч рублей. 300 тысяч. Ужас на меня напал. Это человек, о котором никогда не подумаешь, что у него деньги есть. И он отдает все. А мы, когда он делал это, вообще уже были как родные и близкие. Я не хочу даже называть, чтобы не смутить людей. Человек своим трудом все заработал и отдает. Вот такое расположение. И поэтому вот во свете Библии вся эта мелюзга, что вокруг моей колокольни они мощатся, кричат, безумствуют, да никакого значения не имеет. Тем более за это обещана великая награда. Они безумно глупо поступают. Порождение ехиднины. Яд свой выплескивают. Порождение ехиднины, змеи. Вожди слепые, они еще не имеют, могут показать, а они, будет это, сейчас вот нападают на меня, какие деньги платите за это, вот чтобы пиаритесь, это из Москвы, что вы прилетели, да знать не знаю, они просились, я не разрешал долго, потом разрешил приехать, и Анна, что она как могла сделала, она ограничена временем, потому что вот фильм ставит, если там нету ни одного кадра блуда, то фильм не пройдет, прямо говорят, не пройдет. И разговариваю с режиссерами, не пройдет. Раскол, старообрядческий фильм. Все равно, прям где там, в храме, где блуд совершает, хоть одну сцену, но покажите. Там человека голову. Ну что, везде лапы масонов. Это у них заказ такой. Заказ. А какое отношение имеет Роспотребнадзор, кто я такой? В религиозном плане никакого. Какое отношение этот выперса? Ну, никакого. Без страха уточняет себя, выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце. Злобно разглашают клевету, говорят свысока. Это прямо, ну, 72-й псалом-то на них этих. Вы вылезли, кемеровские манкурты. Ну, только делов. Они другого не умеют. На них я напасть не могу, у них ничего нету. Да и как бы, много где я сделал какое-то замечание одной. Согласно Слову Божию, что они не правы. Я бы сейчас гонялся за Осиповым или... Я могу разобрать, показать, вывести хорошее. Здесь ничего нету.
И вот стоит, ужимается, делает. И его совесть не мучает. Воспитанники Дворкина. Это его метастазы плывут. Люди несчастные, обреченные на вечное блуждание во тьме, как вечный жид. Вот так Богу нашему слава.